Я на все готова, чтобы защитить тебя. Мира снаружи больше нет. Меня создали для обеспечения репопуляции. Чтобы дать человечеству второй шанс. Этот шанс появился благодаря тебе, дочь. Впереди немало трудностей. Откройте! Но выживание редко дается легко. Быстрее! Как ты пережила эпидемию? Кто тебе о ней рассказал? Мать. Ты знала, что погибли не все? Я удивлена, как и ты. Вероятно, мы сможем им помочь. Ты ошибаешься насчет матери. Она всю жизнь обо мне заботится. Ты не представляешь, что я видела. Мать не такая. Это лишь вопрос времени. Похоже, наша гостья была с нами не до конца откровенна. Дитя робота.